Уважаемые студенты, уважаемые преподаватели, уважаемые гости, военмех, как вуз, который, начиная с 1932 года, в этом был создан для того, чтобы готовить кадры в области оборонной промышленности. Этот год юбилейный год для военмеха. Мы через несколько дней будем праздновать 85 лет с момента образования военмеха. И за всю свою историю военмех, являясь одним из самых успешных вузов нашей страны по рейтингу успешности наших выпускников, большое внимание уделял не только образовательному процессу, хотя образовательный процесс всегда у нас был на уровне, но большое внимание мы уделяли воспитательной работе, формированию личности. И многие наши выдающиеся выпускники всегда отмечали, что в военмехе существует не только образовательная школа, но и существует школа воспитательная, школа формирования молодого руководителя, школа формирования молодого инженера, которая определяется не только знаниями, но и воспитательным процессом. В рамках вот этих всех наших тенденций мы всегда внимательно относились к военно-патриотическому воспитанию, к изучению истории, и понимали, что помимо учебных мероприятий, мероприятия исторического плана, культурно-воспитательного плана играют не менее важную роль в воспитании будущих руководителей и успешных людей среди выпускников военмеха. Поэтому сегодняшняя акция, приуроченная к 60-летию Первого Вечного Огня, проводимая Патриотическим клубом «Союз», проходит совершенно не случайно в военмехе. Эта акция также будет способствовать тому делу, которым занимается военмех. Подготовка специалистов для оборонно-промышленного комплекса, для руководства нашей страны, для руководства оборонно-промышленного комплекса ОПК. Поэтому поздравляю вас с этой акцией и желаю успеха всем участникам. Спасибо.